ты где-то. Другое дело. Все, должен свет включиться. О, отлично. Отправляться на нижний уровень. Ух ты. Тут опять зомбаки, короче. Орешек, что ты? Ой, блин, сейчас умру. Дореш. Ой-ой-ой. Ты где там, Игорь? Я модернизировал. Шотландский кортик. Погнали, нам надо на нижний уровень. Блин, свет включили, они везде. Думаешь, стоит нам туда идти? Так, какой, конечно, манящий вид. Манящий вид даже. Ты где? На нижнем уровне. Я какие-то стоны слышу. Ну ты чемпион, взял, спустился, не по лестнице. Так, здесь. Ой, ё, как голова отлетела. Кого? Зомби, конечно. Да ё-моё опять, да что? Так, здесь какой-то. Что это за вонь? Вообще вонь. Супер. Видимо, это и есть те самые химикаты, о которых предупреждал Кеслер. Да-да-да. Взлом замков. Игорь. А? Нужен ты взломщик. А что, я взломщик? Ну да. Возьмите образец. Все. Дезодорантик. Летает голова, короче, от всех. Иди сюда. Где? Как там? Я тебя разрамзаю. Я стою на месте, думаю, что... Как я их здесь порезал всех нафиг. Черт, что это было? Возьмите надо образец. Бы взять пробу для Кеслера. Образец ткани. Так, модификация. Дробовик гордости. И здесь какое-то еще есть. Какое огромное место. Ты где? Там, как, ты не видишь меня на карте, что? Я не знаю, куда ты зашел. Я тебя вижу вот на карте. Да, я тебя тоже вижу, я не могу зайти. Вообще темно, непонятно, куда ты идти. Ты спустился вниз вообще? Ну да. Блин, здесь зомби лагают. Вот иди сюда, где я. Видишь меня сейчас? Да. Что это за свет? Так, придется искать обходной путь. Воу. Их тут куча. А? Ни хрена не вижу. Так, что нам показывает сюда? Я не могу понять. Нам надо зайти туда, давай.
урона. Ядовитая бомба, чертеж. Болты. Так, нам надо наверх. Ой, ёлки-палки. Поднялся, блин, называется. Меня грохнули. А кто у тебя там? Зомбаки здесь. Кто еще может так убить? А жил? Да, наверху. Я прыгнул. Все? Да, все, можем двигаться дальше. Здесь мы не пройдем. Так. Что, зайдем сюда внутрь, посмотрим здесь. Что у нас будет? Дневник Джона Моргана, часть 6. Здесь этот пистолет еще есть. Так, громкость речи вообще никакая. Да у меня есть какой-то пистолет. Все, удираем отсюда. Да елки-палки, где тут выход? Подожди, уходи. Ты где? Еще какой-то дневник, старые исследования. Все, что нужно. Исследовательские записи. Блин, да здесь можно заблудиться. И куда нас это ведет, стрелка? Куда нас не было? Мы только здесь сейчас были. Мы здесь не были. Я здесь был. И ничего не показывал. Только вот не прыгай, а спускайся по лестнице, потому что ты умрешь. Если прыгнешь. Да прыгать интереснее. Да. Нифига тебе там нанизу что творится, ты видишь? Не, а что там? Кислота? Так, это херня там. Крысам зато здесь нравится. Да и зомбакам мясо тоже. Вообще мне интересно, как они здесь оказались, эти зомбаки. Да, здесь куча зомбаков. Ты спустился уже? Да, вот спускается. Да что так долго спускается? Здесь это... самоубийство. Ликвидировал сам себя. Так, у меня больше нет этих фонарей. Опа, мясник. Кидается мясником. Нет, это не мясник, это. Как его там зовут? Ну, он мясом кидался. Гридан. Не прочитал, все шуталось. Так, все, вот здесь мы дошли. Карлоу, приятно слышать ваш голос. Как ваши услуги? Отлично. Нормально, но тут повсюду бочки с химикатами. Катакомбы наполнены ядовитыми испарениями. От этого никуда не деться. Я знаю. Мы будем наготове. Вы просто постарайтесь. Карлоу! Карлоу! Блин, пропала связь. Связь пропала. Надеюсь, они готовы. Ну да, готовы, конечно. Мне надо отдохнуть. Так, да, пошли. Да.
Здесь надо подняться нам вверх куда-то. Ой, сигнальные ракеты. Вон. Плохо ловит. Так, дробовик здесь взял. Предохранитель. У бандита здесь ключ предохранитель. Я взял дробовик. Так, где мой пистолет? Как он бесится. Отойди от него, я тебя тоже. Давай. Так заходи, где ты? Я стреляю. Еще опыта дали за него. Все, что нужно. Эти испарения меня достали. Так-то лучше. Шашлык, совковая лопата, да. Отремонтирую. Ведь забило нет. Ага, не хватает денег. Так, путь через катакомбы. Нам надо найти. Что, врубили нам свет или нет? 38 метров. Да, свет есть, отлично. И, кстати, зомби здесь нету. А, нет, уже есть. Понятно. Не выйдет. Закрыли нам путь, я не вижу. Бандюгана. Баба. Все, он без руки. Давай еще немного. Ты его добьешь. Отлично. Путь открыт. Еще куча зомбаков. Как раз они сейчас хавают, помешаем им. Приятного аппетита вам. И отправляйтесь на тот свет. Хотя они и так там были. Контрабандист здесь. Кто, у тебя попка смазана? Ты что смотришь? Куда ты смотришь? Ты, блин, контрабандист. Видишь, что тут есть это, автоматическая винтовка. Люди, короче, здесь есть. Видишь? Тут винтовка есть, иди сюда. Надо говорить. Круто вообще, офигенно. И что, люди тебя стреляют? Они в тебя сейчас стреляют. А что они тут делают вообще, эти контрабандисты? Контрабандист. Тебя убили? Нет. Я ему хедшот дал. Так, кто здесь? Блин. Так, что у меня вообще мало патронов для этой винтовки. Я не вижу, откуда он стреляет. Вообще ноль патронов. Так, дробовик. Надеть дробовик. Вот 20 патронов, круто. Шокер. Надеть вместо бензопилы. Ноль патронов. Понятно. И пистолет у нас есть. У них здесь пистолет, я видел. Боеприпасы для гарпуна. А, да, гарпуном зафигачил. Ты их всех здесь перебил без меня, да? Ну сколько было? Двое, трое я их убил, да. Вообще молодец. Патроны для дробаша. Может, там что-то есть? Конечно. А что они здесь вообще забыли, кстати? Что? Все, погнали. Сейчас опять они здесь будут. Наверное. Да, я не думаю, что их столько прямо. Тут же их не база.
Все, нашли выход. Ага, есть. Опять есть, видишь? Сейчас пошел, короче, всех зафигачил. Так, туда не обновлено. Опять куча их здесь. Че вы ржете, гады, вам сейчас хана. Ты друг нахрен! О, да-да-да. Конечно. Сколько тут сумок всяких. Все, выходим тогда. С баблом. Харлоу. Найти ключ. Выход, блин. Выход заблокирован. Да, удалось найти. О, нифига себе. Что? Да, контрабандисты тут попали. Дофига сумок? Да, да. Они да. Проиграли. Это эти контрабандисты. Может, у одного из контрабандистов был ключ. Дайте знать, как откроете дверь. Ага, у кого-то из этих может быть ключ. Нам сказали. Ну они понаворовали с ума. Ну, они хотели тут до конца своей жизни жить. Так, куда мы сейчас идем без понятия? Еще. Что, все? Взял ключ? Ага. Я тебя похороню. Эй, Харлоу, дело сделано. Я выхожу на улицу. Женский. Все готово. Просто отлично. Мы будем как только так, сможем. Так, дефективный дробовик. Короткий дробовик. Куча всякого. Все, выходим отсюда. Откроем сейчас. Этот ключом дверь нашу. И выберемся отсюда, я надеюсь. Ты где там? ТП-6. Еще же глава 6, я думал, уже 7 будет. О, смотри, какая картинка прикольная. Это, смотри, типа в джунглях и такая дорога. Да! Это мост. Получилось! Слава богу, мы вышли. Я уж думала, никогда больше не увижу солнышко. Эй, вы целые? Черт. Вроде что мы с вами случилось? Вышли. Кто-то... Кто ты меня толкнул? Эй, что произошло? Кто тебя толкнул? Назад! Это что за хрень? Усилие. Этот псих подставил нас всех! Что? Что это? Вот жопа. Что? Сейчас превратится! Может, его можно связать? Боже, нет! Выбора не было. Я знала, что его укусил, и я его толкнула. И что? На кой хрен, черт возьми? Он стал бы одним из них. Вы бы просто его бросили. Но я должна была знать, как этот мутаген воздействует на инфицированных. О боже! Какого хрена? Господи! Посмотрите на него! Видишь, что с ним? Что с ним? Я вижу, что он плюет. Смотри, как он превратился. Громилу, похоже, есть ЛФД. Так. Ой, два тут... седьмая, два берега. Я хочу в такого превратиться. Здесь строили с заделом на будущее. А теперь будущего нет. Вот такой здоровый там. Где он? Его где здесь закрыли? Это Уэйн? Да, прикинь, это убейте Уэйн. Его. Так, твою мать, дробовик. Он нас всех убьет! Надо что-то выкинуть. Бензопила. Где там? О, шокер, пистолет. Бросить. Дробовик. Взять. Быстрый дробовик. Так, винтовка. Выбросить. Что, мы должны его убить, да? Мы... Вроде бы, да. Как его убить, ну, расскажи. Убьем сейчас легко. Думаешь? Так, конечно.
где здесь винтовка у меня? Так, гарпун продать. Винтовка продать. Так, опасный шокер сейчас продам и пойдем его быстро замочим. У меня есть дробовик. А у меня тоже есть дробовик. Даже два. Ну вот у меня тоже два. И автомат есть, и гранаты есть. Так, шопцы. Использовать лестницу нам надо. А, ты уже там? И ты в кого он превратился, конечно. Вот здесь кран. Что я сделал? Заключить горячий пар. О-о-о. О, зачем ты включил этот пар? А зачем ты на него полез, вот мне интересно. Это для него специально. Включаем еще пары. Ой-ой-ой, что зомби приходят, прикинь? Как он не ударил меня, и я... Так было задумано. Чё закрылось? А, она открывает. Слушайте, нам да, давай, открой. Это должно было случиться. Надо попадать. В какой стороне Хендерсон? А, Хендерсон. Ладно. Осторожнее. Удаляющие. Варят вы? Паром так. Станцию. О, сейчас на пароходе будем плыть. Да, думаешь? А вот на это стоит. Кеслер, вы там? Что-то... Что-то произошло. Мне нужна ваша помощь. Что случилось? Вы в порядке? Я вас предупреждал по поводу тех катакомб. Заткнитесь и слушайте. Один парень, Уэйн, подвергся воздействию химикатов. И он изменился, мутировал. Это было ужасно. Сейчас мы будем выходить. Со мной будет то же самое. Опа. Если честно, не знаю. Где зомби? Ну, я покатался бы на этом пикапе. И на автобусе. Давай покатаемся на этом автобусе. На ком автобусе? Вот это. Подожди, здесь какой-то. Ой, нифига себе. Только жалко, нельзя на нем покататься. Нам перекрыли путь специально. Жертвы и других факторов. Насколько сильно... Паромная станция. Он там зомби хавает. Давай нападаем. На. Вы ничего не говорили ни о каком противогазе. Да, говню. Это должно быть и есть, Хендерсон. Да, наверное, мы уже Хендерсоне. Бежит, бежит, бежит. Ты. На меня бежал говнюк, получается. Так, я сейчас иду. Умер? Так не лезь, Найк. У меня опять ярость восстановилась, а еще это не закончилось. Так, нам нужен какой-то противогаз. Зачем? Или что, как он сказал нам? Какой-то противогаз. Чё? Давай, ух ты ж ты как!